ведь его не победить. Кто знает. И вот на арене появляется претендент. Вы слышите, что творится на трибунах? Ворвался в профессиональный бокс. Он использует редкий для роботов стиль, который многие называют человеческим. Атом и его совсем юный тренер выходят на ринг, и выражение лица Лемковой предельно красноречиво. Добро пожаловать в большой спот! Ставки 1-5, что Атом не протянет до конца раунда. Есть желающие? Я хочу поставить! Как поживаешь? Ковбой! Ковбой? Шутник. Ну а столько сорей ты потянешь? 100 000 на то, что Атом не увидит второго раунда. Ты таскаешь с собой такие бабки? Ага. 100 000? Ну так вот. Запомни сектор 100, второй ряд С. Деньги принесешь мне прямо туда. 100, второй ряд С. 100 000? Так точно, братишка. Братишка? Или как там у вас? Черный пас! Ладно, бывайте, парни. Ну что, детка, идем. Непобедимый, неустрашимый, король ринга, повелитель роботов, склоните головы перед могучим Зевсом! Господа, в поединке из 5 раундов за звание чемпиона Всемирной лиги робобокса в правом от меня углу претендент Атом! А в левом от меня углу неоспоримый чемпион нашей вселенной и любых других известных и неизвестных могучий Зевс! Итак, дамы и господа, перед вами